25 января в ходе заседания исполнительного комитета стала известна окончательная судьба рынка «Остров». Позицию городских властей касательно торгового объекта озвучил лично городской глава Алексей Костусев. Как заявил мэр, на месте рынка построят паркинг. Заявление о судьбе многострадального рынка городской глава озвучил во время брифинга. На месте «Острова», по словам Костусева, появится пятиэтажный паркинг. Мы все знаем с детства этот район. Без паркинга он задохнется, он уже сейчас задыхается. Там должен быть многоэтажный хороший паркинг. Из-за того, что там несколько десятков предпринимателей оттуда сейчас не уходят, город лишается перспективы. Костусев уверяет, что крайне обеспокоен проблемами рынка и практически провел на острове новогодние праздники. А для всех предпринимателей подготовлены места на других базарах. Городской глава заверяет, что паркинг – необходимый этап в развитии города. Следует понимать, что на самом деле стройка будет вестись в интересах частных лиц. Более того, гарантии, что на месте рынка появится именно паркинг, а не, скажем, торговый центр, нет. Более того, уже известно, что собственник территории наверняка займется перепрофилированием так называемого паркинга. Также после заседания исполкома городские власти наконец озвучили свое мнение относительно перекопанной Вадимом Черным Греческой площади. Действительно, на сегодняшний день немножко задерживаются сроки строительства. В этом году будут выполнены работы по водопонижению и разработан проект в дальнейшем на Греческой площади по водопонижению. А завершится эпопея с черной дырой, если верить городским властям, в середине 2014 года и никак не раньше. Другой зам Алексея Костусева ответил на вопросы журналистов касательно еще одной стройки на пляже в Аркадии возле клуба «Портофино». На сегодняшний день мы действительно комиссионно выезжали туда. Все материалы, которые мы собрали, переданы в правоохранительные органы для того, чтобы они дали соответствующую оценку данному факту. Утверждать, законно это или незаконно, я не могу, поскольку это может такой вывод может сделать правоохранительные органы. В ближайшее время мы ожидаем решения, потом будем принимать соответствующие меры. Пока в мэрии ожидают, на пляже строят. Отметим, что в аналогичной ситуации на пляже Лонжерон стройку остановили немедленно в день появления информации в СМИ. А вот капитальные работы в Аркадии спокойно идут еще с декабря месяца.